Ребята, всем привет! Как вы поняли из названия, мы сегодня будем сравнивать два бендера. Один из них с брендом Vuco. Вот такой. Он у нас уже давно. Вот. И второй абсолютно такой же. Один в один. Это делает человек в Питере. Вот. И посмотрим, есть ли разница в прокате. Вот. Поэтому, если все хорошо, то телефон, все остальное, все контактные данные, где можно купить или заказать такой листогиб, вы увидите. Ну, и также на экране будет номер телефона, и также в описании. И, возможно, еще в комментариях прикреплю. Вот. Значит, вот этот вот бендер, сразу скажу, на данный момент стоит в магазине в России, в магазине 25 миллиметров Нива Лайн. Так, смотрим, зашли в магазин. Так, инструмент. Ручной листогиб Vuco. Ищем двойной, вот он. 85 тысяч 200 рублей. Вот он. Вот этот же бендер. На данный момент, сегодня 24 мая, стоит в 5 раз дешевле. То есть этот бендер стоит 16 тысяч рублей. Ну и посмотрим, как они катают. Ну, то есть этим-то катаем мы уже давно. И катает он прекрасно. Замечаний вообще никаких нету к нему. Вот. Давайте вот откатаем две небольшие картинки. Одну картину сделаем бендером Vuco. И вторую картину сделаем бендером, который делается в Санкт-Петербурге. Зажмем. Сразу отвечу на вопрос, наверное, который будет. А что там с роликами с медной кровли? Ребята, все будет, пока нет времени. Вот этот объект закончу. Делаю я его один. Вот, поэтому времени очень мало. Вот. Но про бендеры надо снять, потому что ребята в России очень много начинают делать импортозамещение иностранному инструменту. Поэтому эти вещи надо продвигать, и чтобы люди, кровельщики, знали, где купить. Естественно, и за 85 тысяч рублей жабы, конечно, задушат. Все, откатываем сначала малый фальц, потом большой. Сначала откатываем 9 миллиметров кромку. Выдвигаем, прижмем. Выставляем на 2,5 сантиметра. Здесь удобно есть линеечка, чтобы выставлять. Выставили и прокатываем 25 миллиметров. Таким бендером можно катать картины вручную. Вообще у бендера очень много всяких возможностей. И катаем большой фальц. Выставляем 45 миллиметров. Сначала
сначала катаем большой. Слип. Поднимаем. Так, потом 9 миллиметров. И 12 миллиметров. Все, эта картина готова. Замки сделаны. Вот. В этом бендере я вообще нисколько не сомневался. Как и сказал, мы работаем им давно. Вот. И давайте теперь. Бендер за 16 тысяч. Попробуем. На данный момент, на 24 мая, он стоит 16 тысяч рублей. Что я заметил, в отличие от этого бендера, да? Давайте сначала прокатаю, а потом я скажу, какие моменты. Нюанс, отличие. Многие, наверное же, кто знает, что такое бендер, они уже как бы, ну, в курсе. Еще не привык. Откатал этим бендером до видеосъемки только стартовую картину. Скажу сразу, мне очень понравилось. Осталось только вот ему приручиться, и все. Так, откатываем также. Сначала малый, потом большой. Скажу сразу по ощущениям, этот бендер катает как-то вообще очень мягко, приятно. Может, потому что новый, но прям ощущение от него потрясающее. Он как по маслу такой идет. Выставляем. Угу. Я вообще правильно выставил? Ой, выставил на 22 миллиметра. Отлично.
45 миллиметров. Поехали. Миллиметров. Идет все просто потрясающе. И 12 миллиметров. Прям супер, ребята. Мне этот бендер больше нравится, чем этот. Ну и соединим две картины. Все отлично лежит. Видно, не видно. Все в плоскости. Все просто офигенно. Вот. Ну и подытожим. Разница в бендерах. Практически никакой разницы. Ну, за исключением, может быть, немножко формы. А вот. Все остальное. А, видно. А, нет. Так, так, так. Все одинаково. То есть, если отсюда посмотреть. Одинаково. Отсюда. Одинаково. Единственный момент. Здесь два рожка. Вот, а здесь с каждой стороны. То есть 4. Вот и вся разница, ребята. Вернее, не вся. Разница в цене. То есть 85 тысяч рублей или 16 тысяч рублей на сегодняшний момент. Потому что я не знаю, мало ли, ну, инфляция, все такое, будет расти. Вот. Очень рекомендую. Очень рекомендую этот аппарат. Такой момент еще. Если, скажем так, возьмем также Bender Vuco с сайта, допустим, на 35 сантиметров. Здесь 20 сантиметров у этих бендеров. Есть бендеры по 35 сантиметров или 35 миллиметров, да? Находим этот бендер. Так, 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 вот он. Он 35 сантиметров стоит 92 400. Вот. То этот а 35 сантиметров будет стоить 16 500, на 500 рублей дороже, чем на 20 сантиметров. Поэтому, ребята, такой шанс нельзя упустить. Пока есть такого качества бендеры, надо брать. И не один, сразу два. И 35 сантиметров, и 20 сантиметров. Возможно, вы еще позвоните, его зовут Александр, вот, контакты я, вот здесь вот его телефон будет, вот, контакты будут в описании к ролику и в первом прикрепленном комментарии, телефон и ссылка на инстаграм его будет. Вот, что еще, в следующих роликах я еще, вот взял у него еще, это карнизная рамка, да, и рамка для закатки двойного фальца.
Я их тоже буду здесь тестировать. Я сниму и вам покажу. У них тоже очень приятная цена. Очень приятная цена. Но это будет в следующем ролике. Вот, так что смотрите. Все будет. Также скажу, что у Александра, который изготавливает данный инструмент, есть. Он уже очень много чего делает из инструмента. В том числе размотчики делает очень интересные. Таких ни у кого нету. И недорогие. Вот. Все, что он делает, это раз в 3, в 5 дешевле, чем вы можете найти в каком-то магазине. Вот. Поэтому звоните Александру, берите и рисовать уже в очередь. Потому что я думаю, что очередь на бендеры у него тоже будут. И немалые. Придется подождать, возможно. Так что так. Всем пока. Рекомендую.